Здравствуйте, меня зовут Алексей, с вами компания Лесобаза РФ, и сегодня мы обсудим с вами преимущества одних саморезов для террасы перед другими. Для меня это стало понятно после посещения одного из наших объектов в деревне Шуругино. На что я обратил внимание, это торчащие по всей террасе шляпки саморезов. Ощущение было такое, что их не докрутили на 3-5 мм, так что можно было запнуться. Внешний вид террасы из-за такого оригинального крепления, конечно же, был испорчен. Стало интересно, в чем причина? Хозяин дома разрешил мне вытащить один шуруп, и при изучении его стало ясно, шуруп не имеет обратной резьбы. Обратная резьба зачем, спросите вы? Саморезы, которые не имеют противорезьбы, со временем от постоянной нагрузки начинают вылезать из доски, так как доска под весом человека немного прогибается и как бы выталкивает шуруп из древесины. Шурупы для террасы TX-Drive имеют такую противорезьбу. Весь конструктив изделия просто создан для террасы. Вам не придется предварительно засверливаться. Его кончик снабжен специальной фрезой, а также шуруп не подвержен коррозии. Его сплав не ржавейка. Если у вас проблема торчащих шляпок из террасы, то замените обычные саморезы на специальные TX-Drive. Саморезы созданы для террасы.